Ребята, значит, вот настало время для Слави. Значит, у нас сейчас 0,510 грамм GSB, ребята. 0,510 грамм и 0,54 грамма. Значит, ребята, отстрел, естественно, будет проводиться на 11,60 метров. Значит, 11,60. Пойду я камеру там поближе поставлю, а то освещения не хватает, ребята, туда. И фокус очень плохо берет. Вот так вот, сейчас бегом, бегом, бегом. Бегом, 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 бегом. Бегом и бегом. Вот так поставили камеру. Надеюсь, сейчас он фокус хорошо поймает. И будет все хорошо, я надеюсь. Ага, вот он уже начал у меня тут выделываться. Ну, ребята, это как всегда. Я уже привык, когда я делаю чего-то. Не палки колеса, какая-то сила ставит. Ну, это как всегда, короче. Против них не попрешь. Сейчас я хочу, чтобы было все видно хорошенько, ребята. Все, вроде есть, ребята. Давай еще, еще давай, ближе еще. Ага, все нормально. Во-во-во-во-во-во. Есть. Во-во-вот-вот-вот-вот. Вот-вот, есть. Все, ребята, я побежал. Значит, с крайней мишени начну слева, который. 0,510 грамм. Я вам скажу, что со спусковым механизмом надо поработать серьезно. Он очень такой, ну, мне не нравится спусковой механизм. Ребята, начали 0,54.
Ну все, ребята, я закончил стрелять. Надеюсь, все здесь прекрасно он показал, как и нам хотелось. Давай же, а? Фокус. Фокус-мокус, давай работай. Угу. Короче, сейчас подойдем. Ребята, я вам кричал, что со спусковым механизмом, ребята, надо серьезно, очень серьезно надо поработать, ребята. Ребята, значит, ну вот, это значит у нас так, 0,51 он раскидал сильно, сильно раскидал, ребята, на 11 метров это сильно раскидал, а это смело я вам скажу, что здесь 10 миллиметров нету, ребята. Ну что, подведем итоги, ребятушки. Ну что, ребята, подведем итоги, естественно. И, короче, я вам скажу, что со спусковым механизмом, ребята, очень серьезные работы надо проводить. Очень-очень серьезные. Ну, я, естественно, доберусь до него тоже. В смысле, доберусь. В смысле, я сделаю его. И вот наш красавец. Наш красавец. ЧСД. Славия. Ну все, ребята, вот такие вот пироги. Вот такие вот пироги. Сейчас посмотрим, что отсюда мне видать было туда. Сейчас. Чуть вот так сделаю. Ребята, ну, знаете еще что? Мне вот этот вот... Мне же в оптиках не везет, ребята. Все время ребята ломают оптики и мне дарят потом. Потом я с турецких одеял плиту, вот эти сеточки вот. И вот так получается у меня, значит. Ну все, ребята. Короче говоря, до свидания. И счастливо вам оставаться, ребята. И я вам напоследок скажу, что пневматика — это дружба народов. Ну давайте, пока, ребята. Всем пока, до свидания.